Приветствую, друзья мои! Наступила весна, и с весной начались оставшиеся с прошлого года проблемы. Включая керхер, у меня перестал он работать. Сами с руками попробуем вместе разобраться, в чем причина. Модель керхера К520. Вот, собственно, он подключен. Сейчас включаем. Гудит, но не ворочается. Для начала берем ключи торкс и отворачиваем крепление ручки. Для этого нам понадобится вот этот ключ. Это у нас Т30. Вот он, Т30. Вот такие болты держит ручку, так что резьба здесь длинная. Следующий этап. Подтеков масла я не обнаружил. Ну что, откручиваем корпус. Два винта. Это у нас будет ключ Т20. Крепление электропровода. Для этого нам понадобится ключ Т15. Провод у нас свободный. Далее снимаем трубку и снимаем двигатель сбоку управления. Чуть поддеваем нижнюю часть. И все. Вот. Все устройство. Смотрим, нет ли подтеков масла. Сухенько. Замечательно. Сейчас я прокрутил крыльчатку. Крыльчатка ходит хорошо. Может быть, не так все страшно. Я сейчас попробую подключить электродвигатель, если удержу в руках. Электричество. Итак, я подключил насос к электропитанию. Сейчас он включен. Осталось включить тумблер. Включаем. Опа. Вот она. И сейчас попробуем крутануть крыльчатку. Откручиваем 4 болта корпуса управления. И снимаем крышку. Конденсатор под стрёмным названием Цунда у меня взорвался. Включаем клемму. Которая вылетела. Она вставляется сюда и упирается в этот выключатель. Сейчас двумя руками сделаю. Вот так вот. Вот она куда вставляется. Упирает в этот выключатель.
проверяем. Работает. Вот этот основной нюанс, по которому у меня были вопросы. Куда вставляется эта пластина? Проверяем. Это хорошо. Собираем дальше. Это не хус. Сам какой-то притянем дом, все свертывалось. Все.